Здравствуйте, мои дорогие зрители, подписчики и гости канала. Вот решила вам показать, какая красота у меня получилась. Муж мне на 8 марта подарил шикарные розы, голландские, алые. Мне так жалко было их выкинуть. Они были такие красивые, очень долго стояли. И я решила попробовать их укоренить. Думаю, ну, получится, получится. Нет? Ну, значит, нет. В итоге я сделала череночки, посадила их на две почки вниз и три сверху. Поставила их, кстати, вот горшочки из-под орхидеи транспортировочные, я их так вот посадила. Здесь земля обычная, и добавила я туда перлит, чтобы вот влага не застаивалась. Кстати, в одном горшочке я сделала дренаж, в другом нет. Если честно, просто забыла. Первую, когда сажала, вторую уже сделала с дренажом. Ну, по-моему, разницы никакой нету. Хоть с дренажом, хоть без. И, естественно, если они укоренятся, они не будут в маленьких в этих стаканчиках жить. Их нужно будет посадить. Ну, вообще лучше высадить в землю, так как это будут достаточно большие розы. Дома их не вырастешь на окошке. И вот так вот у меня получилось. Подкапывать я не стала, смотреть, есть там корни или нет, но я думаю, что если у нас так обильно вот проснулись почки, я думаю, корни у нас тоже там есть, и думаю, что они там неплохие. Что я сейчас буду делать? Кстати, вот это у меня выросло меньше, чем за 2 недели. Вот такие вот листики. Сейчас я пообрываю все вот эти вот нижние почки. Оставлю только верхние и полью еще укоренителем для того, чтобы корни у нас наращивались хорошие, крепкие, и в дальнейшем эта розочка у нас красиво цвела. Точнее, у нас получается из одной розочки у нас получается 1, 2, 3, 4 розочки. Вот еще даже остался такой маленький у меня огрызочек, под пакет не влазил. Я просто его обрезала и думаю, посажу, будет-будет. Так что сейчас я сделаю все это. Неудобно просто одной рукой. Покажу, что у нас получилось. Вот я уже оборвала нижние листочки, почки, которые у нас проснулись. Оставила только верхние. Вот такой вот у меня корнепреобразователь. Вот, с магазина «Лето». У меня был еще корневин, но что-то я его не найду. Поэтому сегодня буду использовать вот такой вот препарат. Сейчас я его по инструкции разведу и полью. Вот у меня укоренитель. Тут написано, что можно просто присыпать черенки. Вот, я взяла немножко, подкопала и присыпала действительно немножко. И обратно закопала. Еще можно проливать 1 грамм на литр воды и проливать. Но это я сделаю, наверное, дней через 10. Еще пролью. Покажу вам, что будет через 10 дней при поливе. Посмотрим, вырастут ли еще вот эти наши веточки. Но я думаю, да, уже будут большие, если они так выросли. Вот как раз, да, я где-то 10 дней назад их посадила. Может, чуть больше. И вот так вот они выросли. Очень интересно, конечно. Кому было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, буду показывать, что с них получится, как они будут расти, как они будут цвести и вообще какие у них корни, потому что буду пересаживать, тоже сниму это на видео. Задавайте вопросы, кому интересно. Еще раз повторюсь, это обычная розочка с магазина, муж мне подарил на 8 марта. И вот так вот она выросла. До свидания, до новых встреч. Пока-пока.